Дорогие друзья, мы рады вас приветствовать на нашем канале. Сегодня у нас обзор, мне слово не нравится, проведем экскурсию по вот этому автомобилю. Кто на нас давно подписан, уже знают, что мы ее собирали где-то, наверное, года два назад. Саша нам все это делал, помогал. Саня, привет тебе огромный, заранее сразу говорю. Ребят, ну что, давайте без прелюдий начнем, покажем, что сделано с этим автомобилем. Поехали! Вот, блин, в самый ненужный момент отпала пуговица. В моей фуфае козырной, блин. Короче, будем снимать так. Друзья, давайте пробежимся по внешке и по тому, что мы сделали по раме. Значит, рама. Рама, соответственно, расчленялась на две стороны. Были вставлены усилители полностью от переднего амортизатора до, соответственно, заднего. Полностью рама в раме идет. Под кабиной, под средней траверсой, под задним кронштейном амортизатора. Вот. И хвост еще задний усилили. Не знаю для чего, но, короче, пусть будет. Соответственно, покупался новая платформа стандартная, некстовская. Она шире, двухметровая получается. Вот. Поэтому, собственно говоря, мы и поставили проставки зеркал. Вот швеллер. Ну и, соответственно, все это установили на заводскую платформу. Все. Вот, собственно, как-то так. Сразу же забегая вперед про комментарий, про цвет, сразу же скажу. Это цвет Mazda V46. Это вот Mazda новая красится, вот такой цвет. Это не кэнди, но он какой-то многослойный. Короче говоря, когда мы красили эту кабину, Женя у нас помогал ее красить. Это он красил и Марселя нам синего, и самосвала Булата. И вот эту вот Изольду нашу покрасил. Мы начали, чтобы вы понимали, 5:30 вечера, закончили 4:30 утра. Подходил, короче, он к ней, наверное, 12 раз, по-моему, мы считали. Вот это все проливали. Значит, по кабине. Кабина полностью снималась, она, соответственно, она переваривалась, все проходилось там герметиком шовным. Соответственно, днище тоже покрашено, промовилено, все пороги, все полости заполнены. Вот. Ну и, соответственно, вот здесь вот у нас немножко недоделано бампер, вот эту окантовочку. Вот так вот мы пройдем еще черным цветом. Может быть, вот так и вот сюда еще уйдем. Вот, вот эти вот, обратите внимание, подкрылки, арки, порожки, соответственно, вот эти жабо, накладки все, они глянцевые, под лак сделаны. Саня там, наверное, полтора дня убил на эту подготовку. Шкурили, обрабатывали, покрашивали все это. Вот, то есть вот так вот это выглядит. Ну, блин, нравится вот этот вот момент такой вот, чтобы под лак. Ничего не отбивается. Ну, как бы понятно, что мы на ней мало ездим. Вот, кстати, пробега на ней где-то, ну, ориентировочно 11-13 тысяч пробега всего за 2 года. То есть она зимой не эксплуатируется. Машина так, как бы, парадно-выходная, условно говоря, как самосвал. Спойлер. Спойлер, значит, корона. Натягивали капец как сложно. Ну, собственно говоря, большинство спойлеров так одевается. То есть сложновато было его натянуть. Резинка багажника уплотнителя «Волга». Вот встает мягонькая, хорошая. Она, кстати, есть двух видов. Два качества у нее. Плохая и хорошая. Вот. Значит, ну, эти, конечно, барашки поставили. Вот эти вот ходовые огни, ну, будем называть их габариты, да, они у нас через герметичные разъемы сделаны полностью и выведены в один штекер. То есть, если нужно снять спойлер, здесь вот имеется штекер, он вытаскивается и спойлер снимается, собственно говоря. Вот, ну, по кабине, в принципе, вот, давайте пока на улице сразу же пробежимся по вот этим вот дворникам. Задают вопрос, но большинство, я думаю, уже знают, что это калина, левые дворники, артикул у них 21.11, а нет, 3.8 артикул, левые. Вот, соответственно, получается, здесь у нас вот приклеены вот такие от Next держатели шланга на этот клей, этот момент быстрый. Вот, это, соответственно, все Next-овское, шланчики. А вот форсунки я не стал ставить некстовские, они мне не нравятся. Поставили мы от Hyundai. Артикул не помню. Может быть, если найдем, в описании оставим под этим видео. Вот, они четырехжиклерные, то есть три у них настраиваются, один не настраивается.
Вообще прикольная тема. Мы где-то обзор снимали, по-моему, ВКонтакте у нас в группе. Четко брызгает, все прекрасно работает. Вот. Дворники, получается, размер 60-й. 60-й по длине. Печальная история. Короче, бабахнул нам из-под фуры камушек вот сюда. Сразу же полетело. Но нет худа без добра. Короче, поменяю стекло без вот этого светофильтра. Это, кстати, боровское оригинальное стекло. Поставлю тоже боровское, но без светофильтра. Ибо бахну сюда светофильтр. Видели, пленка такая с переходом идет. Синего цвета, голубого такого, красного есть. И вот именно с переходом фильтр сделаю такой. Фильтра такого нет, не продается, но пленку придется купить, там метровую, и отрезать как надо. И вообще я видел на машине, это прям бомба смотрится. Друзья, что касаемо головного света вот этих фар. Вот это на самом деле самое быстрое и бюджетное решение для вот таких вот, ну и в принципе для бизнеса тоже. Берем вот такую лампу H4 с линзой, дальний и ближний соответственно. Берем вот такое стекло гладкое. Все это можно в домашних условиях сделать, но мы здесь добавили ходовой огонь. Короче, светит. Не сказать, чтобы это полноценный LED-модуль, но тем не менее это гораздо лучше в раза 4, наверное, в 5, чем обычная вот галогеновая лампа именно в квадратных фарах, в частности, вот здесь в данном случае. Вот, светит хорошо, мне нравится. Здесь единственное, нет крышки обратной, я не могу найти старого образца крышку, поэтому тут немножко подтекает, тут грязь попадает, надо потом будет переделать. Собственно, так свет устраивает, все четко работает. Ну, как бы вот, это не для тех, кто задает вопросы, а как гайцы реагируют на такой тюнинг. Это не для вас, ребята. Бензобак. Поменяли бензобак на пластиковый 85 литров, евро 4, евро 5, так называемый. А что мы сделали здесь? Мы, во-первых, установили вот сюда вот такой вот клапанок. Вот он. Клапан, чтобы не надувался бак, это от вакуумного усилителя обычный простой клапан. 60 рублей стоит. Значит, соответственно, вот здесь трубки на 10. Чтобы перейти на 8 трубочку, мы использовали вот такой вот. Вот он здесь есть. Переходник металлический с цанговым зажимом. Очень удобная штуковина. Итальянская, вот, между прочим. И это уже проверено, работает идеально. Не надо там мудрить, нагревать вот эти фитинги, быстросъемы, все это, переходы вот эти. Это самая рабочая история. Вот. Значит, их таких у нас там стоит два. Бак не ржавеет, соответственно, никакого конденсата там ничего нету. Все четенько работает. Друзья, хочу отметить, что все, что здесь установлено на этом автомобиле, у нас зарегистрировано. Спасибо нашим друзьям ПТС, переоборудование транспортных средств. Вот они нам практически все здесь установили, за исключением газобаллонного оборудования. Мы это устанавливали уже после них, и ребята нам сразу сами они его зарегистрировали. А так у нас получается вписан бензобак, вписан мотор инжекторный 406, вписан спойлер, соответственно, крепление запасного колеса и прописан задний брус. Кстати, пойдемте про задний брус. Ну, собственно, по брусу мы заморачиваться не стали. Брус обычный, обычный некстовский, подсветка номера. Фонари сделали таким образом, от старого корпус оставили как площадку. Ну и, соответственно, на него прикрутили вот эти фонари. Фонари вот такие, честно говоря. Ну, та еще история. Лучше поставить хорошие, нормальные. У нас, кстати, они в магазине продаются. Долгожители, так называемые, Лексусы, гелики там и прочие, пистолетики. Все это есть в продаже. Также мы вот здесь вот установили камеру заднего хода. Ну и вот такую шуфляточку. Это на стопоре сделали. Соответственно, так вот делаешь. И тут вот у нас вот таким вот образом все это выглядит. Запаска и крючки. Вот. Вот здесь вот у нас еще выведен кабелек такой, специально намотали. Это освещение в будку. Если поставим, допустим, будку в дальнейшем или удлиним автомобиль и поставим какой-нибудь рефрижератор сюда, то свет в будке будет работать. Вот, платформа, ну, соответственно, новая. Вот, такие дела. Друзья, ну, на эту машину мы поставили газ. Газ. Газобаллонное оборудование,
Значит, баллон новый покупали, пискоструил сразу же его, потом отдавал в покраску. Покраска, соответственно, то же самое, то есть многослойка, под лак все сделано. Здесь герметиком шовным обработана вот эта табличка, потому что туда, как все знают, попадает влага, грязь, и потом под ней начинает ржаветь. Соответственно, изготовили вот такие ленты, стяжки из нержавейки, ну и кронштейны. Вот такие уголки из нержавейки тоже. Ребят, сразу хочу сказать, что вот такие ленты у нас есть в продаже из нержавейки. Мы их сами изготавливаем, поэтому кому нужно, в принципе, обращайтесь. Небольшая рекламка. Вот, все, по баку, по газобаллонному оборудованию все. Ну и, собственно говоря, пройдемте в сердце автомобиля. Ну что у нас здесь, ребята? Здесь у нас 406 мотор. 406 инжекторный, собственно говоря. Так, по коллектору снизу пойдем. Здесь вот Саня изготовил вот такой экранчик. Вот здесь вот намотали этот, как она называется, ткань, все забываю, специально. Коллектор, приемную трубу, вернее. Вот. Установили датчик в салоне давления масла. Вот. Газобаллонное оборудование, форсунки вот здесь вот установлены. Редуктор поставили в эту сторону. Специально так захотел. Это впрыск короткий здесь на форсунках. Вот, собственно, что еще? Самая какая тут история такая для нас очень хорошая и правильная, я считаю, это установка вентилятора Volvo. Вот, охлаждение, установлен вентилятор, установлен датчик вот такой вот от крузака, и кан-адаптер. Вот здесь вот мы его вывели. Здесь у нас есть регулятор включения температуры вентилятора. У нас есть видео на YouTube, как это все работает. Вот, в принципе, забавно было. Ребята после того обзора начали покупать эти вентиляторы. Блин, мне даже самому не хватило, условно говоря, да, там мы со всей России как бы покупали эти вентиляторы и обратились, а оказывается уже и нету, хороших не было вентиляторов, потому что многие скупали их, а установить не могли. Потом нам в WhatsApp писали, почему он не работает, почему мы его плюс-минус тыкаем, он не включается. От мерседесовского вентилятора это все работает, а от вольвовского не работает, потому что плохо смотрели. Этот вентилятор Volvo работает только с кан-адаптером. Вот, соответственно, этот кан-адаптер, ребята писали, что мы не можем подключить, приходилось этот кан-адаптер отправлять. По 2, по 3 штуки там, ну и вот такие вот дела. В общем, что? Вентилятор работает на холостых, включаешь зажигание, он начинает крутиться медленными оборотами. То есть это работает, грубо говоря, как вязка муфта. Вот, нагревается до температуры 82, отрегулировал здесь ее на включение 82. Он плавно разгоняется на 82, охлаждает и выключается. Можно настроить зимой на 91, можно настроить на 75, как вам хочется. Это уже опытным путем дорабатывается, достраивается. Вот как-то так. В общем, история у нас на самосвале точности такая же стоит. Схема, все работает, все проверено, все нормально. Вот, пробежимся сюда. Рулевой редуктор червячного типа. Здесь мы установили втулки, вот здесь вот. Видно, вот она, втулочка завтуленная. Весь этот сложный, как это, куриная лапка кто-то называет, кто-то сложный карданчик. В общем, схема заводом неправильно разработана, я считаю. Вот, поэтому здесь вот это все ката-ката-ката-ката-ката-ката происходит вот так вот. Вот, хоть ты его новый ставишь, бесполезно. То есть там 10 тысяч проезжаешь, и начинаются вот здесь люфты. Вот, сейчас мы завтулили вот эти второпластовые втулки. Они, кстати, у нас есть в продаже. Закрывайте тавотницу и больше никогда не шприцуйте. Все это долговечно работает. Вот. Чтобы не было кота-кота-кота-кота, приобретаем такие втулочки. Ну и, конечно же, стоит у нас электроусилитель руля. Рули электроусилители. Здесь, на данной машине, он установлен в салоне автомобиля под панелью. Это наша тема. Мы ее там дорабатывали. Ну, это вот на нашей, на одной машине это так стоит. А на Жизельке у нас стоит здесь, в моторном отсеке.
электроусилитель однотипный, они все. Ребята, когда их изготавливают, они залазят в прошивку, делают на 60 кН, там на 50, на 30, на 40 есть по мощности. Поэтому у нас они в продаже максимальной мощности, то есть для длинных машин, для тех, кто, вот как мы, возим на рогах, на трехметровых, наперед нагрузка идет, много груза. Поэтому вот мы такие используем. Вот. Друзья, значит, по червячному механизму все понятно, по электроусилителю мы покажем попозже, собственно говоря. Ну и тут все по классической схеме, все в штатном режиме. Ну и, друзья, конечно же, как же без наших Япона-мама тормозов? Вот они, санцеликие. Вот, собственно говоря, тормозной вакуумник от Subaru. Устанавливаются на любые автомобили, есть они у нас в продаже. Тормоза просто вот так чик-чик нажимаешь, вот так простенько. Кто ставил, все знают, как они работают. Вот, на мой взгляд, Bosch хуже. То есть вот эти вакуумники, они как-то по дозации лучше, чем бошевские, и кликабельнее, и тормоза у них прямо четкие такие, охеренные. Вот, соответственно, устанавливается все штатное место, болт в болт, подготовлена уже пластина переходная, вот эти штуцера уже на нем есть. Вот эта фишка, она подходит от Волги 3110, в любом магазине можно найти. Рекомендуем к установке вот такие вещи, это все только улучшает технические характеристики газелек наших. Но я повторюсь, это не для тех, кто пишет комментарии, а как же тихосмотры, а как же Вася Кот и все такое. В общем, ну и куда же, конечно, без освещения? Как в газели без света, блин, правильно, под капотом? Все равно всегда туда залазишь, все равно ночью, вечером включил, клапанишки подрегулировал, ну и там все, врачи, такое дело. Друзья, еще хочу отметить, что у нас стоит уменьшенный шкив помпы на 80 мм, облегченный дюралевый. Вот он находится. Соответственно, скорость помпы увеличивается, ну и охлаждение тем самым улучшается. Для установки такого шкива уменьшенного нужно поменять ремень. Допустим, если у вас стоит ремень штатный 12-20, нужно установить 12-18 ремень. Вот. Собственно говоря, что? Бывают случаи, на моей практике ребята нам писали, когда устанавливали такой шкив уменьшенный, у них раздувало патрубки. Не знаю, с чем это связано, но у нас на самосвале стоит, и у многих ребят, кто у нас покупали, ставили, таких моментов не было. Вот. То ли патрубки это такие, которые плохого качества, они разбухают, бывает силикон. Вот, ну или с чем-то с другим это связано, непонятно. В общем, тоже тема рабочая про шкив помпы уменьшенный. Есть на 100 мм металлический, есть на 80, на 90 есть. Напомню, что штатный шкив, у него диаметр 108. Вот, все. Пойдемте в салон. Ноги нормально надо стряхнивать, вот так вот. Раз, раз, вот так аккуратно вот так делаешь, вот так вот. Это же Bentley, ёпта. Друзья, ну что, сразу же нам в глаза бросается старт-стоп кнопка. Работает это прямо очень. Вот, вот, кстати, сейчас покажу. Хоп, кнопочку нажимаем и запускаем машину. Эта старт-стоп кнопка работает как ключ. То есть нажимаешь, держишь, крутишь. Не так она работает, что ты нажал и все, и она открутила свое, остановилась. Нет. Это как ключ обычный стартера работает. Вот, удобная штуковина, кстати, есть у нас в продаже. Ха-ха. Ну что, друзья, по салону уже это стандартная история наша. Все это Валера перетянул нам, переделал. Сиденье, вот водительское, это стандартное, по-моему, волговское. Сделанный здесь подогрев спины, подогрев жопенцы. Вот здесь у нас кнопочка выведена. Собственно, старая панель здесь вот такая, включение сделали вот так вот. Это от приоры блок модуля, печечка работает, все. Вот это у нас
включение вентилятора, дополнительная кнопка. И, соответственно, что еще такого интересного? Руль установлен от бизнеса, мультимедиа, кнопки, все работает. Так как Женька электрик наш, спасибо тебе, Женя, огромное, привет передаем. Только проводящее устройство от бизнеса подключил на старую колонку, на рулевую. Это было непросто. Вот. Ну и, соответственно, здесь вот все это теперь функционирует, функциклирует. Это у нас заднего хода монитор. Но в планах хотим здесь замутить вот такую вот историю с планшетом. То есть эту панель надо будет снимать, подготавливать все там с эпоксидной смолы, наверное, все это там переделывать. Ну, так, полноценная работа будет. Вот. А так, ну, кто знает, магнитола далеко в старых панелях. Здесь с кнопочками теперь это все удобно. Кстати, отдельная благодарность от нашего коллектива Jazz Auto. Витя, Максим, огромный вам респект. Все это они здесь, блин, взрывали всю кабину полностью, они с нуля собирали здесь и печку, отопитель шумили, и радиаторы вставляли, шланги там подключали, и вот этот датчик выносили сюда, то есть это вот все кнопочки, кнопочки, все это делалось, музыка, все это делалось их руками. Ребята, огромное вам спасибо, привет. Вот Валера также тут постарался, панель протянул, все эти вот чехлы, мехлы, блин, короче, нормально все тут у нас получилось. Друзья, что у нас с датчиком давления масла? Вот мы его сюда расположили, аварийку перенесли в это место. Здесь старт-стоп. Вот так вот у нас это выглядит. Нажимаем стоп, нажимаем кнопочку. Все, и давление пошло. Вот. Так что, друзья, вот вентилятор медленно включился. И вот он так вот работает на холостых. Вот. Щиток заморачиваться не стали, вот таким вот образом сделали, то есть там Саня самодельно это все там какие-то от рекламщиков взял, эти диодные такие вставыши, приклеил, подцепил и как говорится, Вася кот. Вот здесь у нас время и вольтметр. Кстати, друзья, в данной кнопке старт-стоп имеется функция бесключевого доступа. Вот, то есть мы его в карманчик ложим, отходим. И срабатывает. Оп, сработало закрытие. Подходим. Вот так вот делаем. Вот так вот. Легким движением руки. Хоп, открывается машина. Также в этой системе есть функция автозапуска. Продемонстрируем. Вентилятор. И медленно останавливается. Все, и выходит в режим холостого хода. Все, вот сейчас он на малом ходу крутится. Собственно, вот такая вот история. Старт-стоп. Тема офигенная. Илон Маск вот так делает. Зачем в инжекторной машине подсос? Хоп. Вот туда смотрим. Хоп. 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 Чтобы жарко ножки не было, один раз чуть-чуть по-братски. Так вот. Хоп, 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 хоп. Jazz Auto, привет огромный. Друзья, электроусилитель. Вот, ручками крутится, все легко. Смотрите. Вот. Поэтому здесь стоит увеличенная сошка. Вот, она оборотов делает как на буре. Вот, соответственно, так у нас сейчас ровно, да, стоит машина, смотрите. Раз, два, два с половиной.
Вот. То есть, ну и другую сторону, соответственно. Светит луна или падает снег. Счастьем и болью связан с тобою. Нет, не забыть тебя сердцу вовек. Друзья, мы зачастую читаем комментарии про то, что наша колдовская история переросла в бизнес, в магазин, в рекламу. Ну, мне кажется, вот, что это наоборот прикольно, когда хобби перерастает в какой-то бизнес. Мы очень щепетильно относимся к своей работе, проверяем все вот эти вот приколюхи на себе, испытываем в том числе и запчасти, которые у нас есть в продаже. И это все подтверждается отзывами, хорошими отзывами на всех интернет-площадках на наших. Вот. И очень нравится, когда приятно слышать от людей, что спасибо, все работает, про те же вакуумники, про те же там электроусилители и всякие вот эти приколюхи, кнопочки, мнопочки и все прочее. Вот. И это реально цепляет и мотивирует к дальнейшим каким-то действиям. Ребята, вам огромный привет и спасибо, что поддерживаете нас. Мы с радостью будем в дальнейшем только наращивать обороты нашего контента, тестировать наши всякие приколюхи, запчасти. Также будем заниматься каким-то производством, в том числе брусом, нержавейкой всякой разной. И ждать от вас каких-то позитивных эмоций. От нас, от всех. Друзья, также в завершении этого видео хотелось бы поблагодарить всех тех ребят, кто участвовал в создании данного автомобиля, нашей бабушки Изольды. Это, конечно же, Павлентию нашему, за, хоть он и не прикладывал рук физических сил, но, тем не менее, подсказал каким-то словом, делом. Вот, Саня, тебе огромный респект и уважуха, ты, блин, ее с болтика разобрал один и в одинокого ее с болтика собрал. Вот, Евгений, электрик, Женя, привет, спасибо тебе и огромная благодарность от всего нашего колдовского подполья. Также хотелось бы выразить еще слова благодарности парням, которые Андрюха, в частности, делал нам газобаллонное оборудование. Все настроено, все четко. Мурат, диагноз Чечни, блин, тоже тебе привет. Все это по мозгам прошил, настроил, работает. Песня просто, машинка. Поэтому, друзья, всем огромный привет. И закончим, наверное, словами уже знаменитыми нашими, чтоб бабки водились и кайфарики ловились. Друзья, пока! Друзья, также хотелось бы сказать, что, не знаю, в связи с этими событиями с Ютубом, смотрите вы нас на Ютубе или нет, мы будем выходить в ВКонтакте, в Ютубе, также в Рутубе. Поэтому присоединяйтесь к нам, все ссылочки оставим в описании на ВКонтакт, на Рутуб. Также мы оставим в описании ссылочки на наш магазин Озон и офлайн-магазин. Там вы найдете номер телефона WhatsApp, и на него можете отправлять заявки или задавать какие-то наболевшие вопросы. Вот. Все какие-то новиночки, тюнячки мы все выкладываем в ВКонтакте в группе. Все, до новых встреч, друзья, пока! А еще пока! У нас же еще есть колдовская история, которая у нас затянулась. Все ее, наверное, ждут с нетерпением. Это наш агарок, мы его здесь между собой называем. Сгоревшая машинка бизнес 2012 года. Мы ее расчленили, забегу вперед. Удлинили на 5.20. Рама у нас уже практически готова. Балку отвезли в ремонт. Задний мост будет делаться с дисковыми тормозами, скорее всего. Поэтому это все впереди, друзья. Не забывайте про нас, мы про вас никогда не забываем. Вот, будет время, увидимся. Пока!